Hello, гайсы! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир, и сегодня я вам расскажу об автономности iOS 14.3. Итак, у меня iPhone 10s, я ее протестировал, накатил ее вчера, вот как вам обещал, прошло чуть больше 12 часов. И я хочу поделиться с вами тем, как же все-таки она работает, как держит батарейку. Что сказать, она держит на том же уровне, чуточку лучше, чем прошлая 14.2, 14.1, то есть разницы не имеет. Это точно та же самая автономность, что и было. Кто сидит на iOS 13.6, 13.7, 13.5, там сидите. Это сейчас лучшая версия, на которой вы можете сидеть. Она более автономная, более энергоэффективная. По скорости работы хорошо работает, никаких тормозов я не заметил, фризов нет, ничего нет, нету полосы на экране, как было в прошлой версии, не пропадают данные, заметок, как кто-то говорил, то есть телефон особо не греется, опять повторяюсь, я на своем телефоне не играю, не смотрю фильмы, там еще что-то, это простое обычное использование смартфона, полазить немножко в соцсетях, позвонить, мессенджеры и так далее, ничего такого. То есть только готовлю для вас контент. И все, в принципе. Вот мое мнение об этой iOS. Ничего нового как бы нет. То, что есть, да, там добавили новую анимашку при подключении новых наушников AirPods Pro Max. Как бы исправили какие-то косяки, баги по связи, по батарее, по производительности, по автономности. На этом все. Ничего здесь супер сверхсекретного нету. Что есть, то есть. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте ваши пальцы вверх, для меня это будет приятно, и рекомендация для других людей, чтобы они посмотрели это видео. Оставляйте комментарии. Всем пока!